По данным Управления национальной статистики Великобритании, экономика королевства неожиданно сократилась на 0,3%. Это свидетельствует о том, что производство замедлилось еще больше после уже отмечавшегося минувшим летом. За ночь фунт снова значительно упал после нескольких недель волатильности. По мнению аналитиков, все это возрождает опасения о том, что страна может вступить в рецессию. А это означает, что найти работу или добиться повышения заработной платы будет сложнее. И если инфляция не снизится, то Банк Англии может снова повысить процентные ставки, что ляжет еще более тяжелым бременем на домохозяйство. На ежегодном собрании Международного валютного фонда во вторник управляющий Банком Англии Эндрю Бейли обнародовал дополнительные меры, призванные успокоить рынки, потрясенные мини-бюджетом британского правительства сокращением налогов. Бейли сказал, что расширяет объем ежедневных покупок гособлигаций, чтобы включить индексированные ценные бумаги. Эти меры поддержки планируется применить лишь до пятницы, а дальше все будет зависеть от степени доверия рынков и правительства.